Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. У нас уже третий год идет программа по ремонту лестницы тротуаров по городу в рамках общего благоустройства. Программу мы формируем ежегодно, исходя из запросов и наказов депутатов. Соответственно, депутатам приходят жители на прием и свои пожелания высказывают. Соответственно, формируем программу и запускаем в работу. В этом году мы 17 тротуаров делаем и 14 лестничных маршей. Понятно, что лестничные марши делаются с пандусами, соответственно, всем нормативным документам. Больше 80% работ уже выполнены. Работы выполняются в сроки соответствующие, где-то даже с опережением. И качество, по-моему, отличное. Скоро заканчиваем и начинаем формировать программу на следующий год. В рамках контракта были обустроены, отремонтированы лестничные марши на улице Космонавтов 2, их на улице Трубников, возле дворовых территорий пару лестничных маршей. Сделан будет лестничный марш около 6-й школы и фактически тротуары, то есть у нас тротуары были выполнены на Диносе, достаточно большой объем работ проведен. Тротуары были выполнены в районе улицы Володарского, на Хромпике, и несколько тротуаров непосредственно по территории города. Строительство тротуаров предусматривает в себе установку бортовых камней, щебенение и выполнение основания и асфальтирование тротуаров в первую очередь социальным объектом. К остановочным пунктам по лестничным маршам выполняется ремонт лестничных маршей, обустройство пандусов для маломобильных групп населения. То есть те лестничные марши, где их не было, они дополнительно строятся в соответствии с требованиями для маломобильных групп. Работы на текущий момент еще не завершены. То есть моменты, где по объектам необходима уборка. Где-то мы видели, что не до конца установлены перильные ограждения. И есть моменты, где нужно непосредственно организовать примыкание непосредственно лестничных маршей, пандусов к основному дорожному полотну. То есть это так называемая подкатка асфальтом этих элементов.